всегда к нам приходили заказчики и говорили, можете нам что-то такое вот придумать, вот чтобы еще никто не делал. И что-то такое интересное, чтобы все об этом написали. Само мероприятие организовывалось около полугода, и все было достаточно тяжело и сложно, но мы справились с этим, ведь мы профессиональное агентство Win-Win Group. Все зависит от размаха, который вы хотите себе сделать, но в принципе можно просто поужинать, но в любом случае нужно будет арендовать платформу. Вот идет наш главный заказчик Ари Шварц, это генеральный директор компании Seven Hills Park Avenue, который является нашими первыми клиентами. This is unique possibility to show to all of you, to everybody, what is the view from 50 meters in Park Avenue. So it's a great possibility. The emotion, of course, is beautiful, nice, and just enjoy the evening. Everything fixed together, the best project in the city, one of the best restaurants in the city, the best lady in the city, and the best event in the city. Ukrainian fashion, полетаем. Это же мировой проект, который везде существует, и в Париже, и в Лондоне, и в Милане, и в Риме. Интересно, что это доезжает уже в Киев, говорит это о том, что Киев действительно европейская столица уже. Я очень хочу попробовать, возможно, сегодня я поднимусь. Если честно, мне кажется, что когда ты в воздухе, это что-то должно быть очень легкое. Я думаю, что там какая-то должна быть фьюжн, кухня. Я вообще совершенно не боюсь высоты, наоборот, высота меня возбуждает. Ukrainian fashion, будьте модными. Thank you.